Привет, привет! А мы опять на бисиклетах, а мы опять в Испании. И мы опять гоняем по горам. И сейчас поедем в дом. Дом очень интересный. Там, где лечили людей. Поехали! Мы находимся в провинции Аликанте. Снимаю я сегодня с GoPro смазки. Сказки, точнее, смазки. Уже маска в голове у меня. Хорошо без ласт. Да, хорошо без ласт. Помчались в туннель. Пошли направо под мост и там. Забыл взять шумопогашающий экран. Собирался быстро. И поэтому, наверное, GoPro-чка не будет справляться с потоком ветра. Поэтому иногда буду... Не знаю, убирать шум или просто выключать звук в редакторе. Вот домик, смотрите. Собачка его охраняет. Гранаты растут. Привет, привет. Это дорога к пляжику одному интересному. А нам надо как-то пройти вот здесь. Вот сюда нам надо пройти как-то. А как туда пройти? На карте ж дорога была. Поехали наверх, посмотрим. Это мост железнодорожный. Но за мостом есть дорога налево. Есть, да? А как же так? А как за мостом? Там гора, а мы должны вон туда в туннель проехать. Подожди, нам нужно вон туда в туннель, вон туда, под трассой А-70, понимаешь, да? Мы зачем сюда повернули? Значит, сказал, мы не довернули, что ли? Он значит, сказал, прямо на туда, еще направо там дальше. Еще один сверток есть? За той, да. А, ну все, ребят, извините, это я сбил вас с панталыку, называется. А, пардон. Я вот здесь ездил просто и думал, что вот здесь сверток. Понимаешь? Все, едем назад в гору. Нашли, вот она, эта дорожка-то, по-моему. Я же помню, что на этом свертке. Да, это она, Андрей, да. Это мы проскочили просто. Подъем градусов 40, как GoPro. Не дает показать реальный градус подъема никогда. Он сглаживает сильно. Поэтому, когда смотришь видео, думаешь, ой, да там горочка вот такая там, 5 градусов. Ага, 5, блин. 45, блин. Ну вот так. Сегодня понедельник, а мы решили вечером прокатиться. Из-за того, что на картах Гугла велосипедных маршрутов как таковых нет, они объединены с трассами. Конечно, найти очень сложно свой маршрут.
мы скачиваем разные карты. Если у кого-то есть хорошая карта по Испании, будьте любезны, сбросьте ссылку в описании, напишите мне, потому что мы мучаемся, то одну скачаем, то другую, то офлайн качнем. И все равно некоторые дороги, они просто, ну, не указаны. Вот здесь когда-то текла река. Мы ищем туннель, вон он, кажется. Вон туннель. Вот где-то здесь еще один должен быть. Я память не подвела. Не, ну я же смотрел карту очень тщательно, помнишь, да? Вот здесь идет электричка наш, поезд, метро, Бенедорм и далее. Вот здесь я ни разу еще не проезжал и не проходил за все время. Ни разу. Наверное, когда идет дождь, здесь хорошо льет, да? Ага, потому что с гор. Ой, подъемчик. Кто у нас на самой сильной батареечке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я включил самую нижнюю скорость. Самую. И сколько у нас скоростей, Андрей? 24. 24. Я самую нижнюю включил. Подъем градусов 30 был, правда. У нас страдает один Дима сзади, который едет. У него нет никакой электрики. Но зато он больше всех спортсмен получается. Киборг, да? Киборг, ага. Дима киборг. Давай! Давай, давай! Мама Люба, давай, давай, давай! Сейчас ехал к вам навстречу и по испанскому радио. Мама Люба, давай, давай, давай! Вот эти все дорожки, они... Конечно же, часть указана, часть не указана. И вот куда ехать? Вот так в прошлый раз мы ездили и заблудились, и у всех сели батарейки, у меня вернее. И силы кончились, когда мы ездили на остров, на озеро Тиби. О, смотри! О, заброшка. Заброшка. На карте я не видел этой заброшки вообще. Чувствую, первое привидение сейчас будет здесь. Слушай, сколько мест хороших для того, чтобы встречаться и заниматься сексом с незнакомыми или знакомыми людьми. Ты посмотри. Я не знаю, есть только секс с привидением, может быть. Ну посмотри, реально жилой дом был. Да что, сверху есть? Это тут даже бомжи. Это пионерлагерь, что ли? Да нет, здесь кто-то приходит, встречается с кем-то. Встречаются люди. Это душевые, 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 душевые. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь от комаров он шнич прокалит. От комаров люди здесь, смотри-ка, занимаются вот здесь вот чем-то, спят, наверное. Похоже на душевые какие-то. А почему столько душевых-то? Это туалет. Туалет. Туалет в горах, в лесу? Ну, серунные были. Блин, вообще. Смотри, смотри, смотри. Опять душевые. Что-то непонятно. В России глубинку давно отколупали. Да все бы отколупали. А здесь испанцы-то ленивые, и кто тебе будет колупать, защищать и ложить где-то. Значит, здесь какой-то был рядом строение другое. Что здесь было? Здесь. Смотри, погреба. Ого! Оу! Погреба! Трупа нет? Да нету трупов. Кошелек. Не пахнет трупами. Тут кошелек валяется. Ничего там нету. Да. Значит, тут, короче, велики у нас не угнали еще. Вот так вот, едешь, раз что-нибудь и встретишь, и увидишь. Интересно же, да? Ну, поехали, помчались. А то мы сегодня точно к этому нашему дому доедем только к ночи. Хотя нам по барабану. Вон, свет есть у нас. Еще одна тут трасса. А какая здесь трасса? Там А70 была, а там, здесь там что? М-300-304, да? А здесь получается? А здесь А7, наверное, да? Вот видите, сколько интересных мест, оказывается, в провинции Аликанте-то. Ой, какой туннельчик-то. Да ты посмотри, какой он длинный. Вау! О-о-о-о-о! Вот это крутяк, да? Как вам приключения, пацаны? Ну, камни на дороге.
О, светит маленько. Да длинный, смотри какой. Туннель-то. Вот не было велика, я бы пешком сюда не пошел. А на велике с удовольствием. Ой, а здесь опять горная дорожка. Вот такие мы, велосипедисты из Аликанте. Бригада Ух. Дима тоже себе покупает колесо и тоже будет ставить электробатарею. Так что мы на трех электричках будем скоро гонять. Сейчас пока он только на физической тяге, на своей. Но он принял решение тоже подключить мотор, установить. И мы, кстати, сами собирать батареи будем на 20 ампер. Ух ты! Ух ты! А я давно не ездил. Я недавно ногу подвернул сильно. И не ездил 2 недели. Аж соскучился. Конструкция. Ух ты! Так это сборник воды по логике. Че там поспели эти кактусы? В саду у дяди Вани. Не надо кактусов, Дима. Ну уже смотри, сколько ягод. Прошлый раз я вот так подъехал к кактусам, фотографировал и проколол 2 колеса. Наверное, вы видели это в видео. Вот он цветет уже сколько, смотри, цветочков. Так, помчались, да? Ага, вот оно, где мы. Каса Роха. Красный дом. Смотрите. А что, здесь кто-то живет, да? Живет, думаешь, здесь кто-то? Да, живет. Свет есть. Свет есть. Машина стоит, значит. Машина стоит. Ну, машины я видел брошенные иногда, и мы с вами видели. Ну, ладно. Что там показывает нам джип, твой карта? Прямо. Все правильно едем? Правильно едем. Отлично. Скоро на дороге нам должно встретиться очень интересное строение. Сейчас, сейчас, едем, едем дальше. Нам порядка 20 километров крутить педали по горкам. Подъемчики пошли, ядрит твою налево. У меня столько воды с собой, такие грузы. Пол велика весит сзади, 2 сумки. Они аж тянут меня назад. Да, по таким горам надо задние сумки облегченными делать. Что нас сегодня понесло? Засиделись. Позавчера ныряли. А сегодня ребята говорят, давай, ну давай. И мы рванули. Ох ты. Ох, булыжники-то какие. Ох, мать твою, нифига себе. Полеты. Да, тут на обычных колесах от Урала-то долго не проедешь. Хотя недавно смотрел фильм про Урал и советские велосипеды. По-моему, мощнее велика и нету, чем Урал был у нас в СССР. Ох. Из-за такой тряски я GoPro повешал даже на этот. Тут уже пешком. На каску, потому что голова-то хоть чуть-чуть амортизирует еще, как у курицы. А на раме она вообще, вообще скакала-то, слетела бы, наверное. Сейчас жара, 30 градусов. Воду пьем, как гипотопотамы. Просто литры улетают. За 2 часа поездки каждый выпивает по 2 литра. Потом все выходит. А этот гонщик серебряной мечты на 2 батарейках умчал. Ага. Вот паразит какой. У него 2 батареи. Он не жалеет. Да, вот по таким камням гонять, конечно, надо иметь
балансировку, хорошее тело. Потому что иногда скорость очень маленькая, чтобы по ним проехать буквально 3 км в час. И так лавируешь, пока вылавируешь. Вон она, Андрюха. Нас ждет. Ох ты! Ох, мать твою! Ох, нифига себе ж! Резина аж рвется на камнях с таким треском. Офигеть! Слышали? Бум! О! Это настоящая проверка амортизаторов, резины, камер. Ой, тут уже, если он велик по таким дорогам будет выдерживать, мы можем поставить оценку 5 китайским велосипедам. Потому что все в Китае делается. И мой в Китае, и ребят тоже, наверное, в Китае. Ну вот, опять мы попали в атаку. Да что ж такое? Офигеть, длинный подъем. И градусов 40-45. Никто не может заехать. Вот ёкаламэн. Вот, поднялись мы. Наверное, метров 600 в гору. Ой, тяжело. Это какая-то водокачка. Я слышу, вода. Поднимаемся все в эту гору, а вот вам виды. О, Аликанте! Мы уже поднялись выше Аликанте. Куда вы едете? Ах, боже мой! Дороги, офигеть! Как велик выдерживает, непонятно. Такие булыжники. Куда вы едете? Так пусть Андрюха съездит, посмотрит. А то у меня скоро тоже батарейка сядет. Вот мы где находимся, друзья. Это гора Хихи. Мы на ней поймали Хихи. Ё-моё. Мы опять не туда заехали. Да что ж такое? Гора Хихи. Ну как вам? Хихи. Обалдеть. Нам вниз. Едем дальше. В город Альгун. На Хихи мы решили не заезжать, потому что у нас нет времени. Просто нет времени. Скоро закат. О, подъем здесь градусов 45 минимум. А на GoPro, наверное, градусов 10 видно. Вот как вот? Как людям показать трэш? Не поверят ведь. Хоть бери с собой и вози этот уровень какой-то, показывай. Там мы поднимались, а сейчас спускаемся вниз. И потом нам кажется, вон туда же, в гору. Не знаю, хватит ли у меня сил добраться туда. Не знаю. Батарейка уже 4 единицы. Ехать примерно 6 километров. Во! Партида! Ха-ха. Хи-хи! Ха-ха-ха. Партида, хи-хи! Аитаменто де Кампейо. Хи-хи, гора хи-хи. А нам хорошо, нам весело. Ну мы ржем, невозможно это не снять. Здесь, смотрите, Партида Кока, а здесь Бедат де Кака. Ну как не ржать по дороге, а? О. Спускаемся, а потом опять подъем. Ой, подъем-то далеко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь дачи у людей. Ну и жилые дома. Меня регулярно спрашивают, а если тысяч за 50 какой-нибудь домик там за Аликанте? Ну вот здесь вот смотрите, здесь дома стоят по 100 с лишним тысяч, за 50 тысяч ничего не найдешь. А мы отъехали 20 километров от Аликанте. Птичек разводят каких-то.
Да я здесь ездил. А? Я здесь ездил. Да ладно. Андрей. Когда ты даже... По дороге. Ты даже здесь прокатился, я обалдеть. Я ездил здесь, на как раз водохранилище. Туда, на Михайловское. Здесь дорога. Да ты что? Да. Ох, ничего себе. Вон дачи какие. Жилые дома, дачи. Здесь у них, возможно, даже канализация подведена. Вода, может быть, есть. А если нет, то они просто ставят, ну, баки для воды, им привозят. Или колодцы копают. Вот сейчас мы ехали мимо одного дома, там прям колодец был внутри. То есть нашли воду. Ну а сливное, канализация, может стоять бак. И жилой дом получается нормальный. Я долго буду гнать велосипед. Вон туда нам, в гору, вон он. Это наш должен быть город, цель наша. И там где-то вот то место, куда мы едем. Таинственное, таинственное место. О, кусочек асфальта откуда-то появился. Обалдеть! Асфальт! О-хо-хо-хо! Тарадам-дарадам-дарадам! О-хо-хо-хо! Тарадам-дарадам-дарадам! О-хо-хо-хо! Тарадам-дарадам-дарадам! О-хо-хо-хо! Тарадам-дарадам-дарадам! А куда ехать-то? Вот блин! Прямо что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не знал! Я затормозил! Ой, лошара! Ой, лошара! Ох ты, градусов 45 точно горочка. А вот понижение пошло. А вот смотрите, какие участки земли. Можно здесь найти землю, купить. И пожалуйста, строй себе виллу. Вот сколько брошено здесь когда-то. Все росло, видите, ступени. Это все были грядки. Вот нам куда опять, в горку. А сейчас все брошено, вон. Деревья засохшие, как в фильме ужасов. Прям конкретно засохшие. Ужики. Ты видел деревья какие? Офигеть. Я поехал. Попробую подняться, пока второе дыхание появилось. Поднялись еще выше. Хорошо поднялись прям. Но разговор-то не об этом. Я вот не помню, кто-то мне говорил, что это за дерево. На нем прям растет горох или бобы. Реально, смотрите. Вот сколько их. Бери, рви, не хочу. Дорогие зрители, напишите в комментариях, что это за грибы? Что за бобы? Что за дерево? Мы не ботаники, поэтому мы только операторы снимаем. Вот, мы поднялись. Нижний Альгес, короче, вот туда. А это верхний. И там чуть-чуть, и мы приедем. Там через кладбище рукой подать, да? Там, да, и мы приедем в лечебницу нашу, где нас ждут. Да, и там Дима опять шашлык замариновал. Мы шашлычок будем жарить. А потом у нас легкая дорога будет под горку. Потому что всегда под горку, когда долго поднимаешься в горку. Вот замок какой, смотри, домище выстроили.
пацана, аж травой пахнет, вообще жесть. Да? Прокуренный. Да, они дуют траву по-черному здесь все, блин. Смотри, как на горке прям всю горку застроили эти. Ну вот, Альгез. И здесь живут люди. Люди везде живут. Даже в чумах люди живут на севере. Ко мне мухи липнут. К тебе мухи липнут, а мы слышали, как ты там ехал, а с тебя жир шкварчит аж, блин. Аж течет и шкварчит, да. как на сковороде. О, сжигает парень жирок, а? Коронавирусный. Вот он какой. Альгез-то, оказывается. Видели, да? Тут даже есть свой маленький зеленый парк. Вон. Люди сидят, пиво пьют, девчонки там, вон, за столом. Зелень. А зелень другая совсем, чем в Аликанте. У нас она такая выгоревшая, а в горах она всегда яркая. Сочная зелень, видели какая? А куда? Я здесь лет 8 назад ездил, вот там где-то церковь. Маленький городок. Время 20:14. Я еду и слышу, травой пахнет, кто-то курит. Ага. Курящая деревья. Да. Вот здесь это сверток. О, смотри, уже фиесту готовят какую-то. Куда, налево? Налево. Налево-налево или просто налево? А, нет, подожди, походу наверх. Это не наверх, это налево-налево. Налево-налево. Ну не совсем налево, а вот сюда. Если еще один поворот будет, то это налево-налево-налево. А ты не хотел с нами кататься, ездить, развлекаться по горам. Да ты гонщик серебряной мечты уже. Да, сейчас одна единица осталась уже, и я отсмеюсь. О, еще гора. А мы для чего батарейки собираем? Сейчас будем собирать, придут батареи к нам. Как раз те, из которых Тесла, из которых собирает батареи. Именно эти элементы. Мы хотим вот все ущелья быстро проезжать, гонять по этим горам. А как ты без батареи, без электро прогоняешь быстро? Ну, чтобы увидеть что-то интересное, вам показать. Да, кстати, если вы знаете, где купить батареи, хорошие элементы, подскажите. Мы тоже ищем. Вот сейчас купили, будем собирать. Могу дать ссылки. Вот дом какой, смотри. Разрушенный совсем, тоже брошенный, прямо на самом верху. Вот он. Дождемся вот он, да, конечно, дождемся. Вот этот дом. Да, да. Все, я его узнал. Какая мы успели, здесь, послушай. Мы успели прям на самый закат. Бежит мимо альгесиец. А вон наш дом. Это национальное достояние Испании. Оттуда все бегут. Точно. Ох, сколько здесь спортсменов-то, нифига себе. И вот этот дом, когда-то это был отель, да, мы читали? Да, пятизвездочный отель. Пятизвездочный отель. Потом, в гражданскую войну еще, почему этот дом считается домом с привидениями. Здесь был санаторий по лечению детей от туберкулеза. И кто-то когда-то здесь шарился ночью. Хотя я думаю, что здесь все шарятся ночью, потому что он, оказывается, рядом с деревней. Здесь хорошо бухать, заниматься сексом, что хочешь делать. Естественно, кому-то привиделось в белой горячке или еще в какой-то, что там кто-то проскользнул в одежде. И этот дом раскрутили как местную достопримечательность, в которой живет привидение. Так было, да? Во, еще вот оно бежит туда. И мы вот сейчас приехали сюда, чтобы напугать кого-нибудь. Да.
бегают, смотри, сколько народу. Пока не темно, они еще не боятся. Что, здесь будем шашлык делать? Прямо здесь, на дороге. Вот, фоточку сделал я. И еще вспомнил, что это же был дом какой-то с источниками. Здесь была лечебница до того, как здесь был туберкулезный какой-то дом. Во! Мы идем ищем место, где шашлычок делать будем. Дом этот, конечно, весь разрушили. Вот там то, что на фотографиях я видел на гугле. Ага. Там... О, смотри, Сереж, ты видел? Ну, лаз какой-то туда. Туннель, ага. И ходить по нему, конечно, опасно. Потому что там даже вот эти все пролеты на второй этаж разрушены. И на третий этаж. Удивительно, что такой дом никому не нужен. Внешне он даже выглядит еще очень неплохо. Его можно реконструировать. Но вот так вот бывает, что никому не надо. Вот здесь, видите, да, пристройка была какая-то. Ее разобрали. Где-то здесь же, так как это изначально была лечебница, наверное, где-то источники есть. Здесь были на карте Google остатки бассейнов каких-то. Вы читали то, что я вам присылал тогда? Да, я так мельком просто. Нет, куча здесь. И непонятно, для чего они нужны. Чего там, куча? Туннелей. Очень туннели? Много туннелей. Это, наверное, в гражданскую войну, может быть, что-то еще было. В гражданскую войну везде же воевали. На всяких горках дзоты строили. Ну, как всегда, конечно. Как везде. Куча мусора. Ну, что здесь? Видим надписи разные. И вот в каком-то окне кто-то на каком-то снимке разглядел какое-то там привидение. Ну и, конечно, просто-напросто понапридумывали историй, что здесь вот чего-то там. Вот, видите, не знаю, здесь, возможно, потолки-то, в общем-то, неплохо сделаны еще. Металлические балки я вижу. Да, да, хорошие швеллера. Но почему-то все пободрали. Кто-то спер все дерево для каких-то целей. Ну, наверное, на даче себе или топили, может быть. Да, я вижу металлические вроде балки. Значит, это строили-то достаточно качественно. Очень все здесь разобрано. Абсолютно все разобрано и вынесено. А что не смогли еще вынести, так это как раз и осталось. Я имею в виду, наверху там еще дерево где-то. Может быть, просто молодежь за десятки-десятки лет просто здесь костер где-нибудь жгли. Зимой, да, грелись. Об этом история умалчивает. Почему-то вижу пальмы обгоревшие. Обгоревшие пальмы. Почему? Ну, наверное, жгли траву, и она зацепила. Но дом сам по себе, смотрите, вообще не пострадавший. Очень старые. Вижу двери и решетки еще сохранились. Ну, как старые. Может быть, 40-е года, когда этот дом построили. Надо посмотреть. А крыша. Сделано, кстати, было очень симпатично все. Видите, вон под крышей плиточка даже выложена такими звездочками. Плиточка специальная, качественная была. Ну, то есть, да, элитная была эта трущоба когда-то. Очень элитная. Да. Вот сюда мы и ехали. Я сюда хотел добраться, ну, лет 8, наверное. На той сопке подъем есть, вон. Подъем прям на верх. И там люди какие-то сидят, молодежь, наверное. Я вижу там оградки какие-то, что-то там вот такое вот. Вон она, на самом верху. А, здесь уже конструкцию водокачка была, логично, да? И конструкцию, чтобы она не развалилась, усилили. Значит, кто-то следит за сохранностью этого объекта, хоть чуть-чуть-то, да? Потому что вот эти стены, наверное, уже хотели
упасть. Ну и упали бы. Но кто-то поставил конструкции. А, куча дерева еще сохранилась. Дерево, вижу, не сгнившее. Значит, его разбирали для личных нужд. Вижу, птицы летают, да? Для личных нужд. Ну, я говорю, печи топить. Здесь горы. И здесь, конечно же, зимой совсем другая температура, чем в Аликанте. У нас плюс 15, и можно жить. А здесь плюс где-то, наверное, 10-8 зимой. Потому что горы. И снег здесь иногда лежит. Редко, но бывает. Ну, вот такая вот лечебница. И он на голову может упасть. Вон там, видите, какая-нибудь черепица. Тут подсобные помещения разные еще есть. Не полезу туда. Что там делать? Прикольно. Наверное, здесь интересно ночью снять какой-нибудь сюжет, пробежать с этой, надеть коклусклановскую кепку и белую просто не пробежать. И желательно, чтобы там кто-нибудь из местных рядом шел. И продлить, так сказать, им историю. Историю, экстрим их здесь. Примерно от Аликанте, могу сейчас посмотреть, около 30 километров. Помню, что это расстояние до сюда. В гору, все в гору, в гору, в гору. Почти все в гору. Тут такое, оказывается, намоленное место. Куча паломников ходит каких-то, видите, люди. И спортсмены. Ой, и кого только нету. Вот так вот, а. Видите, парочка пошла. Зачем? Зачем она туда пошла? Вообще непонятки. А эта дорога на Бусот, кажется, идет. Там, где сталактитовые пещеры, туда. Да, 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 вспоминаю. Мы же были с Андреем там. Вот по этой трассе, что ли? Не, ну вы были-то, ну да. А я имею в виду, я вспомнил, что здесь есть трасса на Бусот. Уже темнеет. Смотрите, там главное, можно спокойно зайти, да? А здесь огорожено сеткой. Ну вот пойми, где логика. Шикарное было строение. Просто шикарное. Короче, у нас Андрей, он сгонял куда-то и говорит, там шикарное место. А Димка мне дал идею продать этот дом. А я говорю, за сколько? Он говорит, за 5000. То ли подпорки ушли, то ли стена в гору движется, да? Не, ну это разрушена водой, конечно, стена. А крепкую делали, посмотри, какая. Охренеть, блин. 40 сантиметров блоки там, видел, да? Ну, толщиной. Место присмотрел, вот это укромное. Но, блин, не. Да. Сверху не смотрели. Да, да, да. Ох, когда нам привезут батарейки-то, ах, 20 ампер. Да еще у нас. У меня 12, у меня 10 ампер. Это будет 30. Ох, мы будем гонять по горам. Ох, спицы-то у нас полетят через неделю, Андрюха. Ох ты, вот тебе Альгес, смотри. У черта на куличках, в лесу. Какая лавочка, ну ты посмотри. Вот как бы ты на машине все это увидел? Да когда? Да никогда. Она гладенькая. Да, гладенькая, отполированная прям людьми. Ну надо ж, какая красота. Вот такие мелкие моменты мы и видим, и любим наблюдать. Еще дальше ты хочешь, да, нас? Что он там нашел, Андрей этот? Еще лавочка, так поэтому здесь столько спортсменов.
А вот канал для воды. Целый, вон он. В хорошем состоянии, кстати. Точно здесь были какие-то купальные эти ванны. В этом, прикинь, да? Это же вот эти каналы, возможно, были построены для того, чтобы наполнять там бассейны. Да, потому что посмотри, какие шикарные каналы. Офигеть! Чё ты? А вон, гляди, какая гора. Ох, так это же Puig Компания, я на ней был, и у меня видео есть. Глянь, да? Мы туда с тобой собираемся подниматься, только по другому склону, на великах. Это Puig Компания. Это самая высокая здесь, самая такая гора мощная. Вот на нее мы собираемся на великах. Да, не зря мы сюда поехали. Понятно, что вот эти все вот территории, они в принципе были для прогулок облагорожены и с каналами. Смотрите, еще одну ступеньку нашел, вырубленную прям в скале и даже с каким-то гротом. И я нашел еще чей-то велик. И где-то Димка. О, какая ступенька!